Привет, друзья! И мы подводим итоги конкурса. Кто получит наше ожерелье? Этот конкурс у нас был, проводили месяц назад. Да. И вот теперь будем итоги проводить, да? Да. Ну что, начнем? Вот мы копируем ссылку с нашего видео. Да. Про конкурс с ожерельем. Копируем ссылку. Вставляем в Лиза, при помощи сайта Лиза ОНР мы рандомайзер, мы определим победителя. Вставляем вот сюда, в эту строку, ссылку с нашего видео. Да. Сейчас должно появиться наше видео. Да. И мы нажмем кнопку «Не повезет». Жмем, поехали. Кто наш победитель? Победила Хаоми. Мы посмотрим репост. Есть ли у нее репост или нет. Открываем ВКонтакте. Что-то очень долго открывается. Да. А девочка зовут Моника Энгель. Победила. Кстати, она с города Экибастуз. Посмотрим, репост у нее есть или нет. Мы тоже в Экибастузе живем. Репост пока не вижу. О, есть репост. Репост она сделала 5 декабря. 5? Да. Уже это давно. Мы поздравляем Монику Энгель. Да. Поздравляем, Моника Энгель. Ты наш победитель. И ты выиграла... бусики. Вот такое ожерелье. Вот так, покажи его. А чтобы получить этот приз, да, пишите нам на страничку ВКонтакте, угу, личным сообщением, да-да, как с вами связаться и как вручить вам этот кулон. Да. А мы будем прощаться? Да. Пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Мы с Аланой. Пока-пока.